Уважаемые дамы и господа, прошу внимания. Уважаемые делегаты, участники и гости учредительного конгресса Всемирной лиги чемпионов среди клубных команд. Позвольте от имени организационного комитета приветствовать вас на гостеприемной болгарской земле. Здесь собрались люди по-деловому заинтересованные в развитии национального и мирового футбола различных категорий инвалидов. На ассамблее учредительного конгресса присутствуют Международная ассоциация футбола глухих, президент Френкель Яков Матеевич. Федерация футбола инвалидов России, президент Луначарский Георгий Сергеевич. Федерация футбола инвалидов Болгарии, президент Георгиев Петр Георгиев. Федерация футбола слепых России, президент Береговой Николай Николаевич. Федерация футбола ампутантов Абхазии, президент Барциц Джамал Ширинович. Федерация футбола ампутантов России, генеральный секретарь Киянский Иван Алексеевич. Представитель Российского футбольного союза Аблачев Олег Анатольевич. Федерация футбола инвалидов России уполномочена от доверенности. Женя, Ирина Борисовна. В докладе будет оглашено, какие федерации представляют, соответственно. Другие официальные лица, член Организационного комитета по подготовке к проведению учредительного конгресса, Кузнецов Виктор Петрович, координатор Организационного комитета, советник президента Федерации футбола инвалидов России по международному сотрудничеству, член президиума Федерации, Аблашев Олег Анатольевич. В работе ассамблеи принимают участие Маринов Вачевский, член Управляющий комитет Болгарской Федерации футбола инвалидов, Кой Чукоев, представитель Болгарской Красный Крест, Фомин Викторович Константинович, Виктор Константинович, вице-президент Федерации футбола инвалидов России, Алексеенко Николаевич. За работой Алексеенко. Алексеенко Николай Павлович. Здравствуйте. За Балонтов Александр Борисович. Председатель Волгоградской области. За Балонтов Дмитрий Викторович. Председатель Советского комитета. Судопереводчик Алексеевна Светлана. България е на път да стане център за Световна лига за инвалиди. В Созопол представители на федерации и клубове от Европа и Азия проведоха учредителна конференция. В Созопол се проведе учредителната конференция за създаването на Световна лига по футбол за инвалиди. Представители на федерации и клубове на хора с увреждания от 8 страни обсъдиха условията за участие и подкрепиха единодушно идеята в древния морски град да се изгради специален терен и голяма спортна база, която да стане център за целогодишни занимания и състезания по футбол за хора от различни групи инвалидност. Организатор на конференцията е Созополския клуб за футбол за инвалиди. Това ще бъде първият спортен център за инвалиди в света. Тази идея се пригърна от всички много добре и ние работим вече в продължение на 6 месеца
върху организацията на това събитие и се надявам, че всичко това ще бъде успешно. Предложение по открытие есть? Есть предложение открыть. Поступило предложение открыть. Открыть. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Совещательный голос. Все голосуют. Принимается единогласно. Тогда ассамблея считается за открытым. Других предложений не будет.
предоставляется по первому вопросу президенту Федерации футбола инвалидов России Волчанскому Георгию Сергеевичу. Спасибо. К сожалению, многие в связи с паралимпийскими играми приехать не могли, но они нам дали доверенности. Сразу считать членами нашего собрания. То они здесь, пусть их нет, но они нам дали доверенности, они нас верят, и они все очень жаждут, чтобы такая организация была создана. Если у вас нет в этом плане каких-то других мнений или предложений, я прошу тоже принять это уже, так сказать, за основу участия в нашем конгрессе этих людей. Кто участвовал? Ну вот здесь флаги тех участников, которые были. Он у нас назывался, этот турнир назывался Всемирный Кубок Чемпионов, Кубок Победы. Ну для того, и мы это проводили в городах героев России. И вот это один из турниров 2013 года участвовали, да? А у нас было 12 команд участвовали в 2012 году, если помните, в ЦСКА. Там мы праздник в Паралимпийском комитете делали. Там были очень много организаций. И, конечно, когда мы разговаривали с ними по телефону или общались по электронной почте, они все нас благословили на проведение этого мероприятия, этого конгресса, и сказали, что мы будем все... То есть это все в интересах наших людей, которые мы называем люди равных возможностей. Председателите на Руската федерация на спорта за инвалиди и на Абхазската федерация подкрепиха идеята. Дай Бог, чтобы у вас осуществилось то, что мы хотим. Това е прекрасно място, което ще даде възможност на хората с увреждания да покажат своите възможности на зеления терен. И сегодня то время, когда это движение является поступательным, на самом деле все больше и больше привлекается людей к этому и в России, и в Болгарии, и в других странах, которые здесь участвуют в наших конференциях, где не участвуют. Это просто мировое движение в развитии спорта среди людей с ограниченными возможностями. Я думаю, что прав Яков Матвеевич о том, говоря, что нехорошо называть там инвалидом. Когда мы говорим инвалид, да, он не умеет ничего, да, он заставляет за ним ухаживать, и он является иждивенцем. А это люди, которые на самом деле на боевом посту, что называется, во многих видах деятельности, и в спорте, в культуре, в каком-то общественной деятельности, да, поэтому... И вот то, что мы сегодня с вами задумали, и с вами мы сегодня обсуждаем и принимаем, я думаю, еще раз повторяю, это очень важное, потому что если мы сегодня этого не сделаем, мы с вами, те люди, которые, ну, скажем таким словом, в кавычках, да, может быть, обречены это сделать, мы должны это сделать, мы обязаны это сделать, да, и может кто-то другой это создать, но мы не знаем, так это будет или не так, в том плане или не в том. Мы должны дать направление этой деятельности. Мы сегодня рождаем совершенно новую всемирную организацию, спортивную, общественную, да, которая пополнится, я в этом не сомневаюсь, огромным числом различных федераций разных стран. Но здесь такое слово «инерция». По инерции или по какому-то страху, или по каким-то еще другим обстоятельствам люди не сорганизовались еще в этом направлении. Но мы с вами уже организовали, это мы создаем ячейку, в которую придут уже и другие страны. Я помню прекрасно, мы провели в России 8 таких турниров. Начиная с 7-го года. 7-й, 8-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 15-й, да? Все приезжали, радость была неизмеримая.
люди дружны были, да, и поэтому у нас как бы опыт, который мы провели его на одной категории, ампутантов. Но разговаривая с другими федерациями, в частности, с Яковом Матвеевичем говорили про глухих, разговаривали с Николаем Николаевичем и с немецким представителем, президентом германским, с французом, который, может быть, начинал организовывать. Я хотел бы вам напомнить одну маленькую деталь. Когда создавались Олимпийские игры, и Жюль Реме, который является основателем Олимпийского движения, их на первой ассамблее присутствовало 4 человека. Всего 4 человека. Во что сегодня, что такое сегодня Олимпийский комитет, Олимпийские игры? Поэтому нужно толчок, нужно начать движение. А люди уже к этому придут. Если это сегодня выпала доля, честь, как хотите, рассматривайте, в которых принимают такие братские страны, как Россия и Болгария, и Болгария предоставляет возможность, вы вчера видели, возможность, земля, мы привлекаем инвесторов, привлекаем людей, построить единственный в мире, у Олимпийского, Паралимпийского комитета этого нет, у Сурдолимпийского комитета этого нет, все принимают где-то, а мы по принципу того, что сделал Toyota, вы, наверное, знаете, да, есть межконтинентальный кубок, который все время проводится в одном городе, в Токио, проводит его Toyota, и прекрасно много лет уже это проходит. Мы сделаем несколько шире, чем это. Там собираются 4 команды, да, от континентов, а у нас будет собираться по 16 команд. И это все будет проходить в основном в этом центре. Конечно, по нашему решению, он может в других странах, в других городах быть, если они будут к этому готовы. Но у них уже будет к этому времени и рецепт, как это проводить, и место посмотреть, как, где это можно проводить, каково должен быть медицинский центр, каковы должны быть спортивные сооружения, чтобы там могла быть школа, могли быть методическая большая серьезная работа, оздоровительная работа, реабилитация, где мы могли, ребята, приехать сюда, побыть какой-то месяц, два, три, на каких условиях угодно. Это будет у нас как бы туристический одновременно комплекс, да? И люди, то есть Болгария станет на самом деле мекой футбола инвалидов. Я этого, ну, это наша мечта, не моя одного, это общая наша мечта всех присутствующих людей. Я думаю, что очень важное значение, тем более, я очень рад, что это совпало с Днем Независимости Болгарии. В один и тот же день празднуется День Независимости и рождение такой организации. Хотя в этом это рождение как бы двойное, второе рождение, да? Вот. Но оно все-таки, тем не менее, с точки зрения, когда будем регистрацией заниматься, да, это все-таки будет день рождения Всемирной Лиги Чемпионов. Вот. В самом процессе, каким должно быть наша организация, мы должны вообще продумать абсолютно от начала. Мы придумали такую вещь, как создание национальных клубов чемпионов. Из каждой категории чемпионы, которые, скажем, уже 10 лет последних назад, да, все чемпионы, они входят в клуб, все чемпионы собираются, они являются независимыми. Министр спорта Болгарии был здесь. Вот, он знакомился с нашими документами. Срещнахме се с вашия министър на спорта и с кмета на Созопол и сме уверени, че тази великолепна идея ще се осъществи. Прие се решение в началото на декември в Созопол да се състои второ заседание на комитета и да се проведе първия турнир по футбол за инвалиди, в който ще вземат участие 8 отбора.